Всех приветствую. Продолжаем играть осады, найденные мной на просторах интернета. И сейчас у нас замок Харлих. Правильнее. Так, английский замок, основанный королем Эдуардом. Поехали. Можете рассчитывать на нас. Так, я так понимаю, мне надо сразу сваливать. Куда пойдем? Прочь, где? Мы уже быстро растерялся. Сеньоры, вперед! Оно подожжется что-то. Подпалилось. Так, а ну добивайте. Придуся. Вот, отлично. Определяем дальше. Лучники готовы! Стрелков сильно бахерам. Что-то стрелков прям захренище. Да, блядь. Может, камни на чуть-чуть их поздевать. Ого, пошли так. Тут двойное кольцо замка, то есть они сколько рубят, но еще не пробрались вовнутрь. И это хорошо. Thank you.
вперед сейчас. Сейчас отходим. Отходим, а то они сейчас бахнут. Зафигачат. Очень мощно ее присеют. Так, а как это ты так стреляешь-то? Само по себе как-то кидаешь. Это что за прикол? Подбираются уже. Нет. К главному замку. Так, а ну давайте этого. Зафирясь. Так, ну чё там, блин? Вот это войск. О, прошли уже. Последнему рубежу. Но их осталось очень мало. Капец, сколько тут. Ну, вроде все уже. Так, здесь нет. Нехилый такой замочек. Mm-hmm.
главной цитадели так и не добрались. Подписывайтесь на канал. Всем пока.